Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня зовут. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро. Домой под утро по еще спящему городу мне всегда казалось, точнее я был уверен, что зовут именно меня, именно меня. Парирумчик, пурирули рарирам. Нихуя, малышечка, просто бомба.